Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A11 включить ночной режим. Для этого в первую очередь переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку режим фильтр синего. Это у нас и есть ночной режим. Тыкаем по нему раз и можем переключать данный режим. Удержав на нем палец, можем открыть некоторые его настройки. Или же не можем. Тогда переходим в настройки, затем в раздел дисплей, затем режим затемнения. Нет, это у нас режим. Ну тогда печальные новости, к сожалению, мы не можем менять никакие настройки данного режима, просто можем его переключать данной кнопочкой. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!